Русские этого просто так не оставят, прольется много крови. Да, и у нас мало времени, чтобы взять ситуацию под контроль. Генерал Шепард. Макаров первым нанес удар. Он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. Нужны доказательства. Пойдем по следу. Алехандро Рохас. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Одна пуля становится причиной ярости целого государства. А это значит... Это наш ключ к Макарову. Доус, номера те самые. Вас понял. Сообщник Рохаса появлялся? Нет. Машина останавливалась дважды, объекта не видно. Так она снова остановилась. Оставайся на связи. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Доус, у нас проблемы. Ложись, ложись! Она снова остановилась. Оставайся на связи. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Коуст, у нас проблемы. Ложись, ложись! Уходит Коуст, за ним быстро! Коуст, наш водитель убит. Идем пешком. Минус у гостиницы Рио и постарайся задержать объект. Вас понял. Выполняю. Он в том переулке. Не убивай. Только ранить. Он нужен живым. Роуч, это надолго. Бери Мита и Ройса и найди следы Рохаса в трущобах. Он направлялся туда. Поехали. Помните, в трущобах полно гражданских. Поэтому смотрите, куда стреляете. Мит, убери отсюда этих штатских. Вас понял. Лугар на Весегуро! Мама пресента Куэнагуна! На крыше трехлопашки! Эй, подключена! Будьте осторожны! В нижней части замечено ополчение противника! Повторяю, Мит ранен!
Мы нашли Рохаса. Он идет на запад, по крышам. Мы не дадим ему повернуть обратно. Иди вперед и постарайся перерезать ему дорогу. Подкрепление ждать некогда. Пойдешь один. Удачи. Огонь. Движется в твою сторону! Роуч! Вижу Рохаса! Бежит в твою сторону!
здесь. Он нужен нам невредимым! Роуч, мы гоним его на вершину! Иди туда! Быстрее, быстрее! Похоже, командованию нет до нас дела. Придется выбираться самим.